Чебоксарах разыграли награды ежегодного турнира памяти Василия Чапаева. Соревнования прошли в минувшие выходные и собрали рекордное количество спортсменов. В качестве почетного гостя столицу республики посетил и один из самых титулованных борцов вольного стиля – Бувайсар Сайтиев. С ним встретился глава региона. Бувайсар Сайтиев отметил, что для развития вольной борьбы чувашские власти делают многое. Количество приверженцев этого вида спорта в республике увеличилось. Трехкратный олимпийский чемпион говорит, что начинающим борцам поддержка необходима. Первые шаги на татами Бувайсар Сайтиев сделал в 6 лет. А уже в 1996 году стал самым молодым в истории олимпийским чемпионом по вольной борьбе. Сейчас в его копилке 16 золотых медалей. Спортсмен признается, что он давно мечтал познакомиться с чувашской культурой. Глава республики подарил олимпийскому чемпиону книгу о национальном костюме. В очередной раз я убедился в силе вашего региона. То есть сила России в нашем многообразии, в умении нашем взаимодействовать, в умении нашем друг другу плечо плечом становиться, когда тяжело, умение горе, друг за друга сопереживать. Бувайсар Сайтиев отметил и работу Чувашской федерации вольной борьбы. Сейчас республика претендует стать хозяйкой мирового турнира среди женщин-борцов. Его старт намечен на 30 ноября.